Всем здорово, друзья, с вами Мистер Гуд, и сегодня мы с вами будем делать магию на деньги. Скажу, на какую игру. Игра эта называется Евротрак Симулятор 2. Я думаю, вы уже понимаете, о какой игре идет речь, да? В общем, скажу сразу. Кроме денег, возможность будет еще там прибавление, значит, уровень, то есть уровень, ну, левел, да, в общем, игры, то есть вашего профиля, потом, значит, ну, само собой, деньги, будет открыта компания, потом, значит, после компании там доступны будут все грузовики, которые есть, и полностью будет открыта вся карта, то есть все это реально можно сделать, и я сейчас покажу как. Итак, откроем браузер. Я зашел на такой сайт, он называется gamesground.ru. На этом сайте вы сможете скачать установочную сохраненку для Euro Truck Simulator 2. Тут написано, что в игре будет 162 уровень, и я, в принципе, проверял, у меня все работает. И как же это сделать? Итак, нажимаете вот сюда «Загрузить файл». В загрузках будет он у вас архив, переносите его на рабочий стол. Вот этот архив. Далее, открываем его. Мы с вами видим вот такую папочку, да? В этой папочке будут разные файлики. Вы их не трогайте. В общем, сама папка, да? Самая первая, вот этими цифрами. Значит, как ее добавить? Идем «Пуск», открываем «Документы» и идем в папку «Евротрак Симулятор 2» и папочку «Профиль». В этой папке у вас будут тоже какие-то там разные, ну, подпапки буду так их называть, тоже с разными там символами, вы их не удаляйте. Идете в архив и переносите свой, ну, из архива вот сюда эту папку. Я переносить не буду, потому что он у меня уже стоит, вот он 4461. Как вы видите, все, перенесли, заходите в игру, и вы сразу заметите изменения в выбор профиля. Когда, да, вот вы выбираете свой профиль, там будет еще один плюс, добавленный уже профиль. Вы просто его нажмете, и, ну, в самой игре, да, и все, он у вас зайдет, и будет все просто открыто. Все, спасибо за просмотр, с вами был Мистер Гуд, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео, удачи!